Доброе субботнее утро, девочки. Смотрите, какая красота. Ну так, знаете, солнышка нет уже, не так радостно. И валялась до 12. И плевать на все хотела. И отдыхаю. Чего и вам всем желаю. Хороших выходных. Смотрите, какое небо. А, у Масечки надо сюда, а я ее не беру с собой. Запрыгивай, если хочешь. Запрыгивай. Боже мой. Ой, воробьи чирикают, прямо, знаете, уже по-весеннему. По-весеннему. Ну что, Масюшенька, ну что, моя любимая, ну что? Сидит, ждет. Ну, это она, кошечка. Айда, айда. Айда, посмотри, что тут творится. Айда. Ой, свежим воздухом пахнет. Ой, пахнет свежим воздухом. На-на-най-на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 . Чем будете заниматься, девочки? Чем будете заниматься, мальчики? Мася, это куда? Нельзя туда. Ты что, с ума сошла? Ха-ха. О, на карниз решила. Нет-нет. Нет-нет, любимая. На карниз нельзя. На карниз нельзя. Я могу единственное открыть ее. Вот понюхайся. Вот так открою и нюхайся. Она садится и нюхает воздух свежий. За птичками следит. Особенно, когда, знаете, солнышко с утра. Она прямо обожает здесь сидеть. С утра. Ты меня что, сегодня будешь кормить-то или нет? Ты что сегодня, совсем с ума сошла? Валяешься? А я комментарии девочки читала. После вчерашнего прямого эфира. Комментарии. Ой, пишите, болтаете. Меня единственное, девочки, знаете, поражает, что вот я по каналам вообще ни по каким не хожу. Вообще нигде ни комментарии не пишу, ни на каких каналах. Но если вот другие блогеры, вы приходите ко мне, пишите комментарии. Комментарии разные, и хорошие, и плохие. И всякие комментарии пишите. Но почему на ваших каналах начинают меня обсуждать, и если вы пишете хорошие комментарии, вы начинаете лайкать это все. Значит, вы поддерживаете того комментатора, который пишет гадости про меня, про мою семью, про моих детей. Что я такого сделала вам? Вот меня просто поражает. Что я могла такого сделать лично вам, что вы меня оскорбляете? Вот что я такого сделала? Я не знаю. Заняла денег взаймы, не отдала. Я увела у вас мужа. Я не знаю, какие еще грехи бывают у человека, вот человеческие грехи, за которые можно просто ненавидеть меня, моих детей, мою семью, всячески, знаете, оскорблять меня. Это вообще просто ужас, это нонсенс. Это озлобленность людская, прямо озлобленность людская, что кто-то живет более-менее лучше, чем ты, и, ну, это вообще, конечно... Да. Да, интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. В общем, будьте добрее, девочки, и у вас будет все в жизни чики-пуки. У детей у ваших будет все хорошо. Ведь с каким настроем вы живете в душе, с каким настроем, с какой озлобленностью. И у детей у ваших точно так же. Все потом в жизни повторяется. Это как спираль, девочки. Мы живем по спирали. У меня мама никогда никому не завидовала. Никогда. Никогда в жизни. Я вообще не знала, что такое слово зависть. И мы вообще, кто родился в СССР, не знали слово зависть. Мы никогда не обсуждали человека. Это вообще, это ужас какой-то. Ну, можно рассказать какую-то историю.
там, знаете, что-то подмечаешь, как в любом художественном фильме есть вымысел и есть сюжет. У меня обычное документальное кино. Я снимаю документальное видео о своей жизни. Но почему мне, я не пойму, почему я должна выслушивать вот эти гадости всякие, что пишут люди. Ну ладно, там, допустим, писали бы там молодые люди. Ну и бабенцы пишут. Это вообще... Женщины, которые жизнь прожили, пишут такие гадости. Осуждают, обсуждают. Мы как в сыр ходим. Да у меня, если из всех видео, 3-4 видео, где можно еще как-то похохмить, посмеяться, все остальные видео – обычная жизнь. Нет, все, считают, сколько яиц съела, сколько масла намазала. Неужели так плохо живут люди? Не знаю я. В общем, как-то так вот, девочки. Я, конечно, со своего пути не сойду, потому что я пенсионерка, у меня очень маленькая пенсия, и доход мне нужен. Будете смотреть, смотрите. Подписчикам, моим девочкам, которые меня всегда поддерживают, я очень благодарна, конечно. Молодцы, молодцы. Поэтому буду делать подарки, девчонки. На 8 марта хочу поблагодарить Аленка. Аленка, обязательно в Инстаграм напишите свой адрес, я вам сделаю подарок к 8 марта. Елена Р. Наталья Ланкова. В общем, девочки, люблю вас, целую, обнимаю. Всего доброго. Пока, пока, пока. Девочки, ну я к теме блогеров, которые пишут у меня в комментариях хвалебные оды, а потом оказываются просто двуличными. Ведь и о них отзывы-то у меня тоже пишут в комментариях. Я эти отзывы такие, знаете, не хочу обидеть человека, я эти отзывы просто удаляю. Но когда на других каналах начинают поносить меня в комментариях, причем одно и то же, уже надоело это слушать. Вот, какая я, какие мои дети. И блогеры лайкают эти комментарии. Значит, у меня они одни, вот, одно лицо, а у себя на канале они другое лицо. Девочки, ненавижу двуличных людей, ненавижу, когда человек двуличный. Вы уж если знаете... свою гнете линию, так вы гните ее. Не надо подстраиваться ни под кого. Не надо, знаете, человека выводить на эмоции. Вот. И мне абсолютно все равно. Мы заходим к вам ради хайпа. Я не собираюсь снимать хайпить. Не собираюсь снимать развлекать вас. Хотите, смотрите, хотите, не смотрите. Мне вот, знаете, по барабану, если честно. Вот. Сколько людей, столько и мнений. Поэтому... мне просто, знаете, иногда бывает смешно. Думаю, боже мой, люди из шкуры лезут вон, чтобы написать комментарий, чтобы его комментарии лайкнули. Вот, и чтобы затем еще там все, что у него накоплено, все, что у него там с утра, там, с ночи, что у него там лежит в душе, в душонке, они готовы это все выплеснуть у меня на канале, да ради бога, пишите. Вот, но блогеров-проституток я просто не перевариваю. Проститутки это в том смысле, что бегают с канала на канал, вот, себя пиарят, и потом же еще и перед своими комментаторами, еще и перед своими зрителями, еще и выступают и такой, знаете, судьей. А судьи кто? Вот хочется посмотреть, кто судьи. Без слез не взглянешь. Да, я высокомерная, да, я заслужила быть высокомерной, я заслужила, чтобы меня звали Еленой Павловной. Попробуйте вы. Если вам это удастся, я буду за вас только рада. Девочки, любите себя, любите. Вот, и тогда у вас будет уверенность в жизни, уверенность в своих действиях, уверенность в своих поступках,
И тогда у вас все будет все получаться, где бы вы ни были. Вот. Мы все по-своему несчастные девочки в этой жизни. И девочки, и мальчики. И чтобы заслужить какое-то счастье, заслужить какую-то любовь, нужно работать. Работать над собой. Вот. Работать над своими ситуациями. Работать, вообще работать. Работать и работать и трудиться. Козероги, трудяшки по жизни. Для них самое главное – это труд, как в каком бы виде он ни был. Это труд, они никогда не будут лежать на диване, они всего жизни добиваются своим трудом, вот. Никогда ни у кого ничего не просят, это точно. И для них деньги, материальное благополучие на первом месте. Поэтому берите пример с козерожек, девочки, и будет все у вас чики-пуки.